сегодня в эфире программа «Кто сверху», в которой и ты, кстати, тоже принимал участие. Катя, Катя Варнава, Катя, Катя Варнава, Катя, Катя Варнава. А ты другие песни Дима, можешь слышать? Дима Каляденко. Життя після розлучення існує. Що б там не казали подруги. Скільки б не було випито вина і з'їдено шоколаду та морозива. Скільки б жінка не заявляла сама собі все. Більше на цей гачок я не потраплю. Займатимуся роботою, спортом, дітьми. І не пущу у своє серце жодного чоловіка. Їй усе одно захочеться кохання. Але переконана двічі розчарована у стосунках рестораторка Маргарита Січкар, до зустрічі з особливою людиною треба готуватися. После разочарования в отношении мужчины, первое, что нужно сделать женщине, завести роман с самой собой. Я начинаю себя баловать, я начинаю себя воспитывать, как вы пытаетесь работать над своими ошибками. Маргарита уже практически 2 года самотня. Їхнє с колишнім динамівцем Владиславом Ващуком розлучення для багатьох стало шоком, бо пара розпалася після 12 років спільного життя і народження 2 дітей. Было 1,5 года определенных таких сложных отношений, в которых я пыталась как-то искать решение. Но когда я поняла, что над этим работаю только я, я подумала, зачем? Нині Січкар з досвідом 2 своїх розлучень радить жінкам. Не зациклюйтеся на власних образах. Женщина никогда не должна молчать, если ей бы сделали больно. А женщины, они замыкаются в себе, накапливают эти обиды, а потом это, так сказать, как рвотный рефлекс выходит там лет через 10. У жінки має бути час на себе. Не занурюйтеся в готування, прибирання, під час якого вас дратує увесь світ. Дозвольте собі розслабитися. Наймите спеціально обучених людей. Зарабатывайте столько, чтобы эту работу, ну, скажем, низкоквалифицированную, брали на себя либо техника высокодорогая, либо люди, которые будут вам помогать. У час эмансипации, коли жінки заробляють на рівні з чоловіками, коли вони займаються бізнесом та обіймають керівні посади, Січкар переконана, навіть ділова леді, переступаючи поріг дому, має залишатися жінкою. Женщина должна быть раньше мужчины дома. Поэтому она должна строить свой график работы таким образом, чтобы это не ущемляло. Но если ваш мужчина ждет вас, и он, ну, хочет встретить улыбающуюся жену, то это стоит делать. Это укрепляет отношения. Вона звикла бути сильною, бо після розлучення з першим чоловіком, залишившись із маленькою донечкою на руках, виживала як могла. Утім, після 2-го штампу про розлучення у паспорті, каже, почала до кар'єри ставитися інакше. Я така умна Маргарита Січкар, тому що все время с детства я вот читала правильные книжки, я набивала шишки, и я пыталась понять, почему это со мной происходит. Нині Маргарита переконана, вона готова до зустрічі зі своїм ідеальним чоловіком. Я считаю, что сверху женщина может быть только тогда, когда это происходит в спальне. Это любимая поза всех мужчин, в женщину-наездница. Поэтому я думаю, что женщине стоит там максимально себя проявлять, а в жизни все-таки позволить мужчине быть первым. А от чи дозволили дівчата у команді, яких була і Маргарита Січкар, хлопцям перемогу у шоу «Хто зверху»? Дивіться вже о 19:00. Я так хохотала, я даже не знаю, в эфире, наверное, будет только мой смех, потому что я все время смеялась. У меня просто рвало на части, у меня слезы текли. Я считаю, что эта пара, на мой взгляд, самая сильная, чем та пара, которая была до этого с Олей Фрейм. Она просто невероятно харизматичная и очень обладает высокой степенью чувства юмора. Вот знаете, когда человек, я даже не знаю, кто был сильнее, Притула или она. Они настолько на равных, вот как бы, знаете, и это было очень здорово. Катя сразу прислушалась ко мне. Маргарита, вот как ты думаешь? Потому что она сразу поняла, что из всех нашей команды я самая опытная.